Всем привет! Совсем недавно мы отправились в путешествие по популярному уральскому туристическому маршруту Верхотурья-Меркушино. И примерно с 10-го километра пути мы были неприятно удивлены тем, что дорога активно разрушается. Подробно с причиной разрушения дороги вы сможете ознакомиться, пройдя по ссылке, размещенной под видео. Эта ссылка выведет вас на репортаж телевизионного агентства Урала ТАО ЕКБ. А я же от себя кратко скажу следующее. Каждый день по маршруту Верхотурья-Меркушино проезжает множество груженных грузовиков. И под давлением этих грузовиков дорога постепенно приходит в негодность, так как она изначально не была предназначена для таких серьезных нагрузок. На протяжении многих лет дорога находилась в идеальном состоянии, но за последние несколько месяцев она довольно сильно пострадала. Ну и в завершении видео я предлагаю вам посмотреть, в каком состоянии дорога находится на сегодняшний день.